На дроне полетал немножко и нашел вот такое вот местечко. Тут очень много пеленгасов. Сейчас, блин, надо место сначала приготовить. Я надеюсь, я их сильно не спугну. Тьфу ты, блин. Торопиться, паниковать не надо. Короче, здесь вот это все разводы, это все пеленгас. Рыбу не видно, но вижу разводы. Тут вроде бы вообще не глубоко. Из-за того, что дно такое светлое, прям под цвет. Под цвет них, короче, получается. Собака пока готовилась, они ушли. Надо ждать. Надо выжидать, получается, теперь. Далековато. Зачем я так далеко стрелял, блин? Поторопился, блин. Тут, по-моему, торопиться не надо. Фу, блин, этот камыш. Дымовушки, блин. Хотят. Ладно, окей. Фиг с вами, блин. Пойду я на глубину посмотрю, что там творится. Блин, ну тут даже если стрелять, потом тяжеловато вытаскивать. Что-то я неохота. Нет, нафиг. Ну, тут пятак какой хороший есть.
там какой здоровенный плавает. Вот он здесь плавает. Давай поднимись, братан. Офигеть, тут здоровенные плавают. Блин, жалко, что вы не видите, но они реально большие. Видимо, глубина все-таки, все-таки глубина дает о себе знать. Есть. Первый есть у нас. Блин, а сумка моя там? Короче, я походу буду здесь стоять. Удобная позиция, на глубине оказывается все равно лучше стрелять. Так, ладно, короче, давай-ка. Блин, у меня и тряпка там, а. По-любому надо будет возвращаться. Так, ладно. Сейчас вернемся. Обалдеть, какой красавец. Возле головы прям пролетело. Давай. Капец, он здоровенный был. Я поторопился. Какой он здоровый был. Не знаю, сколько килограмм, но голова очень большая. Зараза, как так я не попал, блин. Он такой шанс мне дал, прям на меня, мимо говорю. Прям на меня медленно пошел. Нифига себе, блин, они опять на мель пошли. Да ты чё, ребята, вот это я профукал. Обалдеть. Он прямо из камышей вышел. Вот, блин. Так долго ждать и все зря. Давай, давай. Поднимайтесь. Повернул обратно. Блин, да что такое? Ёлки-палки, а? Реакции нету у меня. Проплывает, а я что-то торможу жестко прям. Наконец-то, блин. Эй, не надо этого делать. Не надо. Блин, мелкий, да пофигу. Главное, взял. Что такое?
запутался. Блин. Ну как так-то, а? Ёлки-палки, блин. Сейчас, короче, по волнам буду стрелять. А то они запарили, блин. Высоко взял. Еще тут есть. Пофигу, блин. Волну увижу, буду стрелять. Иначе они не подпускаются вообще, блин. Давай, ну-ка покажись, хорошая волна. Вот непонятно, когда волна идет, где она сама рыба, блин. Ух ты ж, как прыгает, а? Волна. Блин. Мне кажется, надо еще вперед стрелять. Причем такая хорошая волна идет, походу там рыба большая была. Но самое главное, я хоть тут его спугнул. Это уже хорошо. Значит, они будут идти все туда, на меня. Еще раз поднимись. Давай, поднимись, поднимись. Есть. Отлично. Все-таки я выждал его. Вот так вот надо их гонять, чтобы они, блин, ходили. А то сволочи на месте не стоят.
Ай-ай-ай-ай. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Блин, чуть не ушел. Так долго ждать. Хрен тебя отпущу, блин. Тут там этот вода и сразу вот такой спуск в воду идет. Еще бы чуть-чуть, блин, и ушел бы. Зараза.